Всем привет! С вами канал Tutorial Channel. И сегодня я вам покажу, как на примере синтезатора Spire сделать пэды или подклад, как кому как удобно. Для чего для этого нам нужно? Для этого нам нужно открыть сам Spire, выставить его в режим init, ну то есть создание пресета своего собственного. Такой вот будет звук у него. Ну и погнали. В Unison Mode мы ставим 6 голосов. Вот. Тут как бы классика у нас. Мы ничего тут не меняем. Так. Дальше у нас идет ворм. Переключаем на этот вот режим. Да, вот на этот режим переключаем. Ну, пока вот так вот звучит. Буст убираем. Дальше у нас атаку немножко прибавим. Релиз немножко, чтобы растягивалось. Потом вайт пошире, чтобы был. Вот так вот. Потом в поле режиме выбираем поле 2 и ставим максимальное количество, там 16 голосов. Вот так вот. Мне нравится. Потом, давайте добавим. Наверное, мы. Ну, хорус. Самый обычный хорус. Шире. Тут у нас бывает сам подклад шире, а тут шире у нас сам хорус. Ну, реверка тоже добавим. Пускай будет весы немножко побольше. Надо пределы немножко прибавить. Ну, в принципе, наверное, и все. Вот так просто. И мы и сделали подклад с вами. Детюн немножко может прибавить, чтобы вот смотрите, что получилось. Мне кажется, прикольный подклад получился. Вот так можно делать как бы в любом синтезаторе такой подклад. То есть везде, конечно, настройки немножко разные, и орган управления расположен тоже по-разному, но в любом синтезаторе мы можем накрутить свой собственный звук. Казалось бы, не только пэд, но и бас, или плаг, или лид. Но это будет в следующем видео. Я вам буду все это показывать. А вы подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх. Пишите комментарии. Всем спасибо. Всем пока.